первым делом мы не стали ломать его развитие. Если мы выдвинемся на эту сторону, сами, на нижнюю, то у белого, кстати, возникнут вопросы к себе. С одной стороны, ему нужно будет отвечать на развитие черных. По этой стороне, конечно, поверхно. Но и это место также важно для белых. Но эти камни продолжают развивать территориальные геополитики. Все, белых два срочных места, которые... Ну, будут... на толчок черный уже ответит. Но это меняет ситуацию уже здесь. Теперь белым уже нужно думать о том, что нужно войти на совсем уже на сторону черных, чтобы не дать им это превратить во владение большое. Ситуация разбалансируется в пользу черных сейчас. В чем тут штука, что у белых два места интересных, и они друг другу вообще противоположны. А в данном случае белый спокойно играет, действует, делит доску так, как ему удобно. Мы в данном случае для черных такой белый выбор не очень может быть безупречный, не очень точный. Но, кстати, вот что интересно, что вот здесь вот такое движение предлагает черный. Как считаете? Как вот это, Александр? Есть две мысли у черного здесь. Это двигаться вперед, продолжать двигаться и отступить к своей. Какая вам ближе? Вот черный в игре выбрал двигаться вперед. Ну там же такая была постановка, 6А, по-моему, была постановка. 6А? Есть 6А. Ах, это 6А. Да. 6, да. А 6 и 6А никак вообще считается. Просто мне тут не очень понятно. Какая раньше? Тут так. Да, хорошо. Да, действительно, тут есть что-то страшное такое. Я сейчас вижу, что это 6А, да. Что, сюда было? Ну как да, да. То есть было потом вот это вот кружочек без номера, это вот это, наверное. Наверное. И потом было 8, то есть вот так было. Я так понимаю, то есть это типа 7А, да? Было же вот так, вот, во-первых, 7. Да-да-да, вот. Да-да. 7. Ну вот это что? 6, это ничего, наверное. На почему здесь кружочек? А, есть, да, какая-то есть постановка, да, она есть. 8, потому что у меня номера иначе не сойдутся. Да, дальше. Да, есть, ну, да. Просто тут, да, 6 и 6А. Ну вот такая ваша ближе идея, у нас вот уже мнение... Ну вот в звездный пункт он получше, конечно. Почему получше? Получше, получше, чем что? Почему получше? Если черный говорит на влияние все-таки, то все-таки звездный пункт. Продолжает. А черный вот вот на влияние это не очень правильно. Он погасит наше время. Мы не можем играть на влияние. Ну, он оценивает судом камни. Вот. У нас здесь повышается идея совместной работы. Связанность камни. Камни начинают играть вместе. А это действие локальное. Наделешь чужого угла. И оно, кстати говоря, здесь позицию определяет. А нужно ли с черным сейчас этот угол определять? Вот делить его именно вот так. А может быть в будущем, имея здесь карту, мы его захотим, этот угол, забрать полностью. Или вообще зайти на сторону. Чем больше мы сейчас здесь наставим камней с этой стороны, тем труднее нам будет. Ну, после этого точно уже угол. Смека не возьмем. Вот, это будет уже затруднённо. Важно стараться, особенно в начальном этапе, ставить только те камни, которые действительно необходимы для какой-то внятной идеи. Вот. Ну вот хорошо, кстати, что сюда черный вернулся, судя по записи. Пунктом 6А. Вот, 6А. Вот, я советую пробовать вот такие идеи. Здесь все-таки образуется серьезный разрыв между черными камнями. И территории здесь нет. Я вот как-то встал вот такой стойкой, и что-то у меня тор здесь белый. Ну, дальше надо смотреть, все равно вторжение, какая штука. Вот тут вторжение все равно есть. Да. Сейчас оно становится более простым, но тут у нас и сюда есть вторжение, и сюда. Не, они вторглись между... Сюда? Нет, между близкостоящими. Ну, там надо смотреть, что ты просто... Не, ну можно, естественно, что можно вторгнуться куда угодно. Вопрос в том, как отвечаешь? Что это даст. Ведь можно же построить здесь два глаза и отдать превосходящее влияние. Угу. Надо потом просто понять, как нам использовать неточное вторжение. Ну, будет такая ситуация, мы посмотрим.
Вот. Хорошо. Что делать белым? Вот вопрос за сейчас. Вот такой занимать нижнюю сторону. Занимать нижнюю сторону. Да. Еще какие-то мысли будут, можешь сразу влезть в черную. Да, тоже хорошая идея. Можно влезть. А что лучше? А это у него зависит, он злой или не злой. Да, это, кстати, факт. Характер. Характер какой у него. Если он сначала начал злую игру, значит, наверное, он полезет сюда. Она не злая, она закрытая. Она вот именно вот закрытая. Да, сейчас, кстати говоря, имея вот такой камень закрытый, можно и ничего не делать, сразу идти ломать чужой. Куда, наверное, куда мы поставим? Вот сюда, в этот разрыв будем бить, или в этот разрыв, или в этот разрыв. Они одинаковые с точки зрения соотношений, контекста разных. Ну, это ниже, наверное. Наверное, лучше наверх, потому что там больше. Сюда? Да, больше. У нас уже есть две линии. Еще остался один разрыв. Кто-то а ниже он пойдет. Просто он там усилится, если мы туда ударим. Сюда? Да. Он везде усилится. Нет, понятно, там вот эти два как раз висеть будет, а мы, может, еще потом. То куда мы поставим? Вы за что? Наверх, за низ, за середину? Не наверх. Тимофей, у тебя какие мысли? Ты бы за белого что сделал бы? Я бы. Что подсказывает? Ну, Тимофей за строительство. Мне, кстати, тоже вот нравится нижняя сторона, скажу честно. Я бы занял ее вот так бы как-нибудь. И начал бы, что называется, мериться интеллектом. Жизнь. Мериться. Вот это называется растягивать эти области с черным. Кого больше? Вот такой или пониже камень? А вот повыше. Вот повыше. Потому что здесь все камни черные высокие. Если мы поставим низ, то на нас могут нажать вот так сверху. И будет трудно его доказывать. Он должен соглашаться на то, чтобы заставиться. Он низ. Он для этого поставлен. Вот. А высокий камень подмывают. И нам это на руку сейчас. Вот. У нас есть территория. И мы начинаем. Здесь можно уже вот этот черный накрыть, да, забить? Да, так нужно делать. Это магистральное направление. Тогда мы уже вышли далеко за середину. Ну так что, если вторгаться?